вспомнили историю. И 20 лет, как Андрей Анатольевич, владелец яхты. Мужицкое решение. Давайте за Брагина выпьем, молодец. Так, а кто бы плеснул-то, Балтийцу? Владелец яхты Владельца мира. Кому еще? Терплю. Я до сих пор, может быть, там это самое столовое, что ли, вы тогда самое. Я залезаю куда-то вниз, так сказать, вот, чуть меня достали все. Все, мир забираю. Решил. Вот. И как бы в зиме как раз решил. Потом по 10 добивал подростков, зануда резать. За каждый рубль, так сказать, торговался. А кстати, придет, нет? Нет, он уехал в Финляндию с женой. Ну, бы жену сюда привезти. Нужно было квартиру купить. Сейчас бы жил бы. Дорого, богато. Ну, другие активы были бы, да? А тут все столько бы не было. Тут твою квартиру мы так не отдавали.